срочно нужна помощь Сонечке Никитиной. У 6-месячной девочки медики обнаружили острый лейкоз. Сегодня она уже проходит курс химиотерапии, но впереди длительное лечение в Санкт-Петербурге и поиск донора для пересадки костного мозга. Эта процедура стоит порядка 1 000 000 рублей. Чем быстрее найдут для ребенка донора, тем больше у девочки шансов на жизнь. Если вы можете помочь Сонечке, отправьте смс на номер 7715. В поле сообщения впишите слово «Кони», пробел и укажите сумму пожертвования. Подробная информация об акции и организаторе на сайте fond-силадобра.рф или по телефону 8 922 272 38 17.